Здравствуйте! Здравствуйте! Чтобы вы не тратили зря свое время, скажем, для кого это видеоприглашение. Если вы уже владеете теоретическими знаниями, то есть у вас есть уже диплом психолога, и у вас есть желание начать работать практически с клиентами и получать удовлетворительный результат от работы и взаимодействия с двух сторон. Если для вас важно быть компетентным в профессии практического психолога, если вам не безразлично то, что будет с вашими клиентами после встречи с вами. Вы хотите стать настоящими профессионалами и к академическим знаниям собираетесь прибавить практические. Тогда следующая информация для вас. Мы практикующие психологи, психотерапевты, ведущие психологических групп. Мы коучи, приглашенные преподаватели бизнес-школы университета имени Альфреда Нобеля. Мы состоим в реестре Украинского союза психотерапевтов. В этой профессии мы уже 15 лет. На счету каждой из нас 500-600 консультаций в год, постоянно действующие психотерапевтические группы, тематические тренинги, психологические тренинги. У нас огромный практический опыт, которым мы готовы с вами поделиться. Но так выглядит наша профессиональная компетентность сейчас. А раньше было не так. Мы тоже когда-то были в начале пути. Нам тоже не хватало теоретической информации, практических навыков, умений, инструментов, техник и просто уверенности в себе. Мы элементарно боялись начать работать. И чтобы вам не было так сложно в начале пути профессионального, мы предлагаем вам обучение, которое вам предлагает Международная школа бизнеса Днепропетровского университета имени Альфреда Нобеля. Вы научитесь основным этапам консультирования, узнаете структуру консультационного процесса, вы научитесь ожиданию и встрече клиента, вы научитесь оформлению кабинета как психотерапевтического пространства. Мы будем говорить об установлении вербального и невербального контакта с клиентами, о преодолении психологических барьеров взаимодействия. Мы будем говорить о управлении собственным психологическим состоянием во время консультирования. Определение цели данного конкретного консультирования для того, чтобы оно было результативным процессом, а также заключение контракта на содержание и обсуждение временного параметра работы. Нахождение ресурсов, способностей и возможностей клиентов и умение опираться на них в совместной работе. А также умению выбирать и применять техники соответственно ситуации и личностным характеристикам клиентов. На занятиях вы получите инструменты и техники, которые вы тут же опробуете в реальной ситуации под нашим профессиональным наблюдением. Каждый из вас побудет в профессиональном контакте, в роли психолога и в роли клиента, для того, чтобы понимать, какие чувства испытывают ваши клиенты, какие ощущения и какие приходят к вам мысли. И третье – это то, что вы можете всегда рассчитывать на нашу профессиональную помощь, поддержку и рекомендацию в любой ситуации. Это поможет вам быть уверенным в своей профессиональной позиции, а значит и быть более эффективными в контакте с клиентом. После окончания вы получите сертификат. Хотим подытожить наше приглашение фразой Бенджамина Франклина. «Скажи мне, и я забуду. Учи меня, и я могу запомнить. Вовлекай меня, и я научусь». Очень бы хотелось вас вовлечь в то, чем мы увлечены уже много лет и любим нашу работу. Предлагаем пройти вместе увлекательный путь от теории к практике.